Апокалипсис надвигается, бойтесь, люди! Ребята, это, конечно, шутка, но... В общем, кто заинтересовался противогазом и кто боится умереть от коронавируса, предлагаю, меняю этого красивого парня на двухкомнатную квартиру в Москве. Если есть предложение, пишите мне на WhatsApp. Ну, что сказать, хочу по этой ситуации в стране. По миру не знаю, но в нашей стране вроде все тихо и спокойно. В Москве вообще тишь да гладь, да Божья благодать. Никто не паникует, не бежит в магазины, не скупает продукты, туалетную бумагу, лимоны, апельсины, витамин С в аптеках. Как-то все спокойно, все ходят спокойно, даже без масок. У нас как-то в этом плане вообще все спокойно. А то, что сейчас все вот эти актеры, там какие-то знаменитые люди пустили флешмоб, мыть руки. Эй, алло, мне хочется спросить, а вы до этого вообще не мыли, что ли, руки? После того, как вы приходите домой, вы вообще их не моете? Это сейчас только флешмоб пришел запустить для того, чтобы люди начали их мыть? Но это какая-то дикость и дурость. Я призываю к чему? К тому, чтобы люди не паниковали, и каждый раз мыли руки после туалета, после того, как пришли с улицы домой. Вот это да, вот это я понимаю. А не так вот, знаете, хопс, вирус, вирус, все побежали мыть руки, чистить тело, ну и так далее. Ну это бред, вообще бред. В общем, если этот вирус уже появился, вне зависимости от того, что есть он или нет, мы все равно будем чем-то болеть. Вот по-любому. Хочу сказать насчет смертности. Ну, знаете, мне кажется, больше людей умирает от вишневой косточки, чем, допустим, от этого вируса. Или от сердечного приступа, или от рака. Болезней вообще в мире очень много. Но вы представляете, сколько денег на этом вообще делается? На этих же масках. Продают их за бешеные деньги. В общем, ребят, не ведитесь на эту полную чушь. Живите нормально, спокойно. У каждого иммунитет вообще разный. Если так судьба вас выберет, что вы умерели, вы все равно умрете. От кирпича ли с крыши, или поскользнетесь в ванне, или сердечный приступ, или этот же самый же вирус. В общем, все хорошо, все нормально. Не знаю. В общем, у меня все нормально. Не знаю, как у вас. В общем, спокойствие, только спокойствие. Я вас только призываю к спокойствию. Все хорошо. И еще раз напомню, что думайте головой. Еще раз думайте головой. И еще раз думайте головой. И живите своим сердцем. Включайте мозги. Не забывайте иногда. Ладно? Не ведитесь ни на всякую чушь, всякую ерунду. Просто обезопасьте себя тем, что соблюдайте гигиены чистоты. Все.